Добрый вечер. Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Инга, я представляю холдинг «Агрокапитал». Перейду к сути проекта. Мы планируем строительство агропромышленного комплекса по выращиванию фруктов и яблок. Комплекс будет расположен на земельном участке 55 гектаров в Республике Крым. Комплекс будет оборудован собственной логистической компанией для транспортировки продукции. Поддержим. Упаковочно-фасовочной фабрикой, хозяйственным домом и ангаром. Но самое главное — это плодохранилище объемом 10 тысяч тонн. Какую проблему решает этот проект? В 2015 году была создана комиссия по импортозамещению. По требованиям этой комиссии импорт фруктов и ягод не должен составлять больше 40%. На данный момент на российском рынке яблок импорт составляет 55%. Таким образом, наш проект решает проблему импортозамещения, поскольку позволяет российским производителям захватить большую долю рынка сельскохозяйственной продукции. Проект имеет государственную субсидию 20%. Для инвесторов проекта предоставляются налоговые каникулы до 2024 года. Востребованность рынка яблок на рынке подтверждается статистикой прогнозируемой статистикой на 2019-2025 год. Что мы предлагаем инвесторам? Нам необходимо привлечь 650 миллионов рублей. Взамен мы готовы предложить инвестиционную доходность 26%. Какие гарантии? Во-первых, компания уже имеет в собственности построенную яблоневую плантацию, которая может обеспечить данную доходность на момент инвестиционной фазы. Первый урожай планируется уже через 9 месяцев. Во-вторых, земельный участок идет под залог для обеспечения минимальной доходности. И в-третьих, проект имеет возможность привлечения государственной гарантии. Какие мы имеем конкурентные преимущества? Во-первых, привлекательный инвестиционный и природный климат. Республика Крым на данный момент самый быстро развивающийся регион страны. Снижение себестоимости конечного продукта благодаря использованию новейших энергоэффективных технологий по нашей уникальной системе точного земледелия. Также снижение себестоимости обуславливается благодаря тому, что продукт проходит полный цикл от посадки саженца до конечного потребителя. И, конечно, по сравнению с импортом, это высокая транспортная доступность и низкая цена. Наши потребители – это местные рынки, оптовые рынки, сетевые магазины и фабрики. Наши партнеры – известные ритейлы «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Фуд-Сити». Контакт. Спасибо большое. По-моему, самый идеальный пич, хоть и с запинкой, но отличный проект. Спасибо. Спасибо всем.